сколько звезд на небе? Много. А вот сказать точное число я не могу, и вот почему. Все зависит от того, кто смотрит на небо и где он находится. И сквозь что, сквозь какой прибор он на небо смотрит. Ну, два прибора у нас всегда рядом с нами. У нас в голове два наших глаза. Предположим, что у нас идеальное зрение, что мы не носим очки или хорошие очки носим, и они полностью исправляют недостатки нашего зрения. И вот мы вышли и посмотрели на небо. Сколько звезд мы увидим? Не знаю, потому что я не знаю, где мы вышли. Представьте себе, что вы в центре большого города. Ну, например, в центре Москвы, Санкт-Петербурга или какого-то иного города, где очень яркое ночное освещение. Фонарь стоит рядом с фонарем. Они прекрасно освещают тротуар у нас под ногами. Но этот свет уходит наверх, в космос, рассеивается в атмосфере Земли, и ночное небо над нашей головой в городе не темное. Оно такое серовато-беловато-светлое. И на его фоне, конечно, звезды видны очень плохо. Одна, две, три самых ярких звезды вы увидите, и ничего больше. Хорошо, вы это поняли. Сели на автобус и уехали на окраину города. Там небо темнее. Туда уже свет от центра города почти не достает. И на окраине больших городов или в небольших поселках, деревнях, там небо не такое темное. Хотя и там есть ночные фонари, но они не так сильно нам портят. Сколько звезд там мы увидим? Около 1000. Это показывают наши подсчеты. Примерно 1000 наиболее ярких звезд можно увидеть в таком месте, умеренно освещенном фонарями. Хорошо, мы хотим увидеть больше звезд, тогда уходите от человеческого жилья вдаль. Например, куда-нибудь в пустыню, на берег моря или в горы. Еще лучше, конечно, в горы. Но вот в пустыне у нас над головой примерно 2500-3000 звезд. 3000, казалось бы, это очень много, но это еще не предел. Если вы начнете подниматься в горы, то плотная атмосфера, плотный воздух окажется ниже вас. Вы поднимаетесь, у вас над головой все более и более тонкий слой воздуха, который не поглощает свет звезд. Я хорошо помню, как 2 года назад я побывал на горной обсерватории, это у нас на Северном Кавказе, обсерватория на пике Терскол. Это в предгорьях Эльбруса. И там, когда я, профессиональный астроном, посмотрел на небо, я не увидел, вообще не узнал ни одного созвездия. Мы привыкли, что созвездия состоят из нескольких ярких звезд. Ну, вспомните, ковш Большой Медведицы, там 7 ярких звезд. Орион, там около 10 звезд мы видим. Но тут небо было усыпано тысячами и тысячами слабо мерцающих звезд, на фоне которых я не мог различить очертания созвездий. Вот это по-настоящему замечательное ночное небо. Потом я подсчитал, что там над моей головой были видны примерно 4, ну, около 5 тысяч, примерно 5 тысяч, там 4 с небольшим, 5 тысяч звезд. Вот, и при этом небо было так ими усыпано, что голова кружилась от этой великолепной картины. Ну, вот это, пожалуй, предел того, что можно одновременно увидеть на куполе звездного неба. Но не будем забывать, когда мы стоим на Земле, мы видим только половину небосвода, правда? Вторая эта половина под Землей, она закрыта от нас телом нашей планеты. Так что, если вы подождете некоторое время, пока небо повернется, ну, а точнее, Земля повернется, и вы увидите вторую половину неба, то вы увидите и вторую половину звезд. Значит, в самых идеальных условиях глаз человека может различить около 10 тысяч звезд. Но это по-настоящему надо в горы подняться на высоту около 3 километров, там, где абсолютно прозрачная, чистая атмосфера, нет никаких фонарей ночного освещения, и ничто вам не мешает. Но еще одно замечание. Не думайте, что вы сразу увидите эти звезды. Если до этого вы были в ярко освещенном помещении, а потом решили посмотреть на звезды и вышли на улицу, ваши глаза еще недостаточно чувствительны. Они понизили свою чувствительность в соответствии с ярким светом в вашей комнате, где вы были. Выходя на улицу и желая посмотреть на звезды, не торопитесь. Надо подождать минут 10-15, ну, около 20 это будет вообще оптимально,
скажем так, 15 минут. За 15 минут чувствительность ваших глаз возрастет в десятки раз. Вы начнете видеть то, чего еще несколько минут назад не видели в темноте. Ваши зрачки расширятся, ваша чувствительность к свету возрастет, и вот именно это явление, оно называется темновая адаптация, то есть глаза привыкают к темноте. Вот приучив их к темноте ночного неба, вы по-настоящему увидите россыпь звезд. А быстро это не произойдет. Вот желаю вам, чтобы на 15 минут хватило вашего терпения, и тогда вы по-настоящему насладитесь видом звездного неба. Астроном Владимир Сурдин еще не раз будет отвечать на вопросы об устройстве Вселенной. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Поделитесь этим видео с детьми, которые интересуются космосом, или посмотрите его вместе с ними. А сейчас ответы на вопросы будущих покорителей космоса. А как понять, далеко звезда или нет? Измерить расстояние до небесного тела – самая большая и трудная задача. Дело в том, что у нас на Земле мы делаем это просто. Мы берем в руки линейку или какой-нибудь мягкий метр, растягиваем его сантиметр и измеряем от одной точки к другой. Но в космосе не протянешь линейку, не измеришь расстояние напрямую, значит, надо применять какие-то обходные пути, значит, какие-то методы новые надо. Мы их нашли. Мы нашли довольно много методов измерения расстояния. Ну, например, если тело недалеко от нас, Луна или соседняя планета, с помощью мощного радиопередатчика мы посылаем короткий радиоимпульс. Он летит к планете, отражается от нее, и часть этой энергии, часть этого радиосигнала прилетает обратно к нам. Между прочим, мы и на Земле это часто используем. Может быть, вы знаете, как работники ГИБДД, ну, это вот милиционеры, которые на дороге проверяют скорость автомобилей, измеряют эту скорость. Они посылают с помощью маленького радиопередатчика к автомобилю, он отражается, прилетает обратно к милиционеру, и таким образом милиционер расстояние и скорость этого объекта определяет. Это так называемый метод радиолокации. Так вот, с помощью радиолокаторов мы уже измерили расстояние до всех планет, ну, которые недалеко от нас, до Луны, до Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Но, к сожалению, более далекие расстояния таким методом не измеришь. Радиосигнал улетает, рассеивается, мощность его падает, и обратно мы никакого эха уже не получаем. Итак, в пределах Солнечной системы работает радиолокация. А дальше? А дальше мы изобрели другой метод. Например, почему у человека два глаза? Если бы был один глаз, мы бы тоже видели неплохо. Но вот определить расстояние до объектов не могли бы. Два глаза смотрят на каждый объект рядом с нами с двух разных направлений. И когда объект близко, глаза сходятся вместе. Когда объект далеко, наши глаза немножечко расширяются, чтобы поймать его в поле зрения. И вот это вот схождение и расхождение направлений нашего зрения, оно помогает нам оценить расстояние до объектов, ну, на расстояниях 10, 15, 20 метров. Потом уже не хватает расстояния между глазами, чтобы почувствовать, на каком удалении от нас объект. Значит, выход какой? Увеличить расстояние между глазами. Ну, на человеческом лице этого, конечно, не сделаешь, а с помощью телескопа можно. Например, поставить два телескопа, один от другого на расстоянии в несколько сотен метров, и тогда они, как два глаза, смогут измерить расстояние. Это называется метод параллакса. Параллакс – это угол, под которым мы видим какой-то объект. Метод параллакса очень надежный. Мы уже измерили расстояние до ближайших звезд, но, к сожалению, с поверхности Земли он работает не очень эффективно, потому что атмосфера у нас над головой все время бурлит и искажает изображение далеких космических объектов. В чем же выход? Убрать атмосферу. Ну а как ее уберешь? Да нет, конечно, атмосферу мы не уберем. Телескоп отправить в космос за пределы атмосферы. И мы это делаем. Сейчас недалеко от Земли летает специальная обсерватория Гайя, которая таким методом, методом параллакса,
измеряет расстояние до очень далеких звезд. Ей не мешает атмосфера, она в космосе, там вакуум, там никакого преломления света нет. И два телескопа на борту этой космической обсерватории, так же, как два наших глаза, определяют расстояние до звезд. Ну а еще дальше, например, соседние звездные системы, галактики, как до них определить расстояние? Но и тут астрономы кое-что придумали. Вот давайте представим себе ситуацию. Вы идете по дороге, ночь, темнота, перед вами дорога, и где-то вдали засветился маленький огонек. Даже два маленьких огонька рядышком, и они постепенно к вам приближаются. Что вы можете подумать? Два огонька, скорее всего, это фары автомобиля. Вы примерно представляете себе, какова яркость света у автомобильных фар. И по видимой яркости, по тому, насколько яркими вам кажутся эти огоньки, вы приблизительно можете оценить, а примерно в 2 километрах от вас этот автомобиль. Затем огоньки становятся все ярче, ярче, ярче. Вы понимаете, автомобиль приближается к вам. И интуитивно можете оценить до него расстояние. Главное – быть уверенным, что это фары автомобиля. Но вообще говоря, можно ошибиться. А вдруг это два велосипедиста едут с очень маленькими фарами на своих велосипедах? И тогда вы, конечно, ошибетесь, определяя расстояние. Вот астрономы работают примерно так же. Мы смотрим на далекую галактику и видим там звезды определенного типа. И приблизительно знаем, как ярко они должны светить. И потому, насколько яркими они нам кажутся издалека, мы определяем до них расстояние. Ну, а значит, расстояние до далекой галактики. Иногда ошибаемся. Да, бывает. Одни звезды принимаем за другие. И тогда ошибаемся, но потом исправляем свои ошибки. Вот это очень надежный, хотя и не очень точный метод, ну, такой приблизительный метод определения расстояния до самых далеких галактик. Правда, бывает, что даже звезды, отдельные звезды, не видны в далеких галактиках. А эта звездная система, галактика, кажется нам таким размытым пятном, в котором миллиарды звезд в единую кучу смешаны и по отдельности не видны. Но и тут мы знаем, как поступить. Мы ждем того момента, когда одна из звезд взорвется. Бывает, что звезды взрываются. Это большие массивные звезды, которые больше нашего Солнца, и они в конце жизни просто как бомба взрываются и в этот момент яркую вспышку демонстрируют. Вот по яркости таких вспышек, а мы их наблюдаем время от времени в далеких галактиках, тоже можно судить об их расстоянии. Точность не особенно велика, зато расстояния, на которых мы можем определять, гигантские, на самом краю нашей Вселенной. Вот таким образом астрономы пытаются измерять расстояние. Да, чем дальше объект, тем больше ошибка в измерении. Это неизбежно. Но все-таки мы продолжаем совершенствовать свои методы. И день ото дня, год от года наши методы измерения расстояния становятся все более точными. Производство студии подкастов «Картавый продюсер».